Здравствуйте, дорогие друзья. Матч между командами Вишня и командой Джубл. Начнем с состава команд. За Вишню сегодня сыграет в воротах Юрий Середюк. Защищать его будут Андрей Галущенко, Леонид Сотниченко, Максим Береговенко, Ярослав Ковалишин и Владислав Карпук. За Джубл сегодня сыграет в воротах бессменный Руслан Остапенко. Защищать его будут Антон Бурдак, Алексей Рабош, Игорь Тиманчук, Нуцу Поп и Ильдар Эмерсали. С Алексеем Рабошем. Рабош, наверное. Пусть не обижается Алексей. Знакомлюсь первый раз. Поэтому, если неправильно ставлю ударение, не обижайтесь, Алексей. Джубл, вот мяча. Раваш. Чука, Нуцу. Контролирует пока мяч Джубл. Ну и потихонечку все перешло к команде Вишни. Сотничан. Пока контролирует мяч Вишневая. Сотниченко. Ок. Не смог он обойти ни Манчука, ни Рабоша. Нуцу. Мерсалеев. Нет. Сотниченко. Леонид не дал ему пройти. Мерсалеев. Вот так вот на Нуцу. Не прошла эта передача. Галущенко ее прервал. Тут уже Сотниченко. Пяточкой. Отдал неточную передачу на Береговенко Максима. Тиманчук на Нуцу. Вот сегодня у Джубла, в принципе, всегда такой сбор. Плюс-минус 1-2 игрока. А вот Вишня сегодня как-то со сбором не совсем. Все в порядке. Но Дэри Сергей буквально заполнил заявку, переоделся, но понял, что лучше сегодня посидеть. Есть у него травма, связанная с коленом. Правильное решение, кстати, Сергей для себя принял, что здоровье нужно беречь, за ним нужно следить. Карпук направо. Береговенко. Не смог он пройти ни Тиманчука, ни Мерсалеева. Нуцу начинает так своей команды. Нет. Спокойненько, аккуратненько назад. Рабош. Мерсалеев рядом. Рабош принимает решение отдать на Нуцу. Тиманчук. Мерсалеев. Будет, как по мне, очень вязкая игра, спокойная, потому что ни одна, ни вторая команда не хотят тратить много сил, как по мне кажется. Хотя, будет не хватать сегодня Сергея Дериану. Посмотрим, как это все будет. Сотниченко. На Береговенко. Галущенко. Сброс. Там не успел Сотниченко. И атака команды Джубл. Рабош. На Мерсалеева. Мерсалеев пропускал на Нуцу. Не совсем это все получилось у ребят. Карпук на Сотниченко. Нуцу. Ничего, Мерсалеев. Я не подбил ни той ногой мяч. Мерсалеев. Карпук на Галущенко, но это слишком быстро. Слишком быстро для Галущенко. И
Мяч переходит к команде Джубл, а здесь, ой, ошибается Диманчук на подхвате Сытниченко. Сытниченко сделал себя в угол и ничего не сделал. И предъявлять ему сейчас Бриговенко, что за дела, почему именно так. Диманчук, Раваш. Мерсалеев, Галушенко против него в защите. А вот так просто не пройти Галушенко. Мяч уходит в аут. Раваш. Симончук, ой, как красиво пяточкой на Нуцу. Мерсалеев уже там оказался, только что был справа, а уже там. Рабаш ошибается, не смог на ту передачу зря контролировать. Ковалишин, свеженький Ковалишин, удар и сейф от Остапенко. Подбежал, не накрыт Карпук, совершенно девятка. Но и Мерсалиев так оглядывается. Ковалишин. Карпук. Снова Ковалишин. И выпускает. Восьмой номер команды. Вишня, мяч за пределы поля. Мяч на Тимончука. Тимончук на Нуцу. Оп, Нуцу. Потихонечку мяч команды вперед, и Мерсалиев назад на Тимончука, и Тимончук ошибается. Выходит мяч за пределы поля. Так вот, 6 минут сыграли, без особо каких-то острых моментов. Один я только вспомнил, буквально минутку назад, когда Ковалечник пробивал по воротам Остапенко. Сейчас, кстати, он отдал передачу Галушенко. Ковалишин. Ай, не удалось пройти Мерсалиева. Мерсалиев. Мяч сохраняет, и Мерсалиев. Назад. Раваш. Вперед, и Мерсалиев. Ошибается, не смог принять. Карпук. Сытниченко. Сытниченко. Бриговенко, прошу прощения, это был. Сытниченко на замене сейчас. Максим, не в обиду. Это был, да, Бриговенко. С мячом был, пробивал поворотом. Кстати, он сейчас будет подавать. Тут угловой Карпук. Ух ты! Галушенко. Галушенко. Пытался Бриговенко нанести там удар. Не совсем у него получилось. И мяч ушел к Середюку. Галушенко. На Ковалишина. Ковалишина. Бриговенко. Тут касание на Карпутка. Карпу. Ковалишин. Второй уже раз. Ковалишин наносит удар по воротам Остапенко. И, кстати, достаточно таки опасно. Мерсалиев. Налево. Тимончук. Ошибается. Тимончук передача на Нуцу. Здесь уже Галушенко идет в атаку. Галушенко стаскал. Удар. Сейф от Остапенко после рикошета от своего же игрока. Ковалишин, снова удар. Все три удара он нанес сегодня по воротам Остапенко. Пока никто другой из команды Вишни это не сделал. Здесь Мерсалиев проходит одного, а вот второго. Ради Сытниченко ему не удалось. Назад. Карпук. Ковалишин. Тимончук. Ох, как поборолся Тимончук. Поехали дальше. Карпук. На Бриговенко. Бриговенко на Карпука. Нет, финтит. Нет, не удалось пройти ему Тимончука. И последний отдает на Рабаша. Назад. Алексей. Мерсалиев. Нуцу был здесь открыт. Нет, не передал Мерсалиев на него передачу. А вот сейчас, только сейчас Нуцу получает. Ой-ой-ой, Нуцу, красивая задумка, но Мерсалиев просто на нее не успел. Карпук. Чудеса дриблинга. Бериговенко. Бериговенко. Шутбайт. Удар Бериговенко. Попадает Тимончука. Сытниченко. Карпук на подхвате. Демонстрирует свой дриблинг. Бриговенко снова, Максим, Бриговенко, удар, ой-ой-ой, штанга, спасает сейчас, ой-ой-ой, теперь спасает Остапенко.
А вот и Береговенко приложился к Лепсе Ковалишина. И будет тоже теперь наносить удары по воротам Остапенко. Сидниченко. Ковалишин. Карпук. Карпук. Сотниченко. Ковалишин. Ой, какой небрежный пас от Ковалишина. Ну что ж такое? Экватор тайма уже позади, а мячей в этой игре мы не увидели. Такая спокойная, тихая игра. Что ж, самому хочется разговаривать шепотом. Значит, до этого у нас Сороки дали бой фавориту. Камбэк совершили игроки в черной форме. Ну, посмотрим, как сейчас покажет себя Джубил Вишня. Ковалишин вот так с разворотика на Сотниченко. Он, прошел, но он не точно. Сотниченко не ожидал такой передачи своего партнера по команде. Ну что, небольшое повреждение получил Ковалишин сразу на замену. Бурдак добивал поворотом, ничего не вышло. Даже мяч в руку попал, но мяч был у Вишневых. Карпук. Не берут тайм-аут Джубу. Ну, видимо, отдохнуть, либо что-то обсудить со своими партнерами по команде. Ну, игра прям откровенно так чуть-чуть не клеится. У них они еще не нанесли ни одного удара в створ ворот, либо вообще в сторону ворот. Будут что-то думать сейчас. Поехали. После небольшого тайм-аута возобновляется у нас игра. Джубук мячом и Мирсалиев. Ух ты, красиво. Сейчас обошел Сотниченко. Бурдак. Мирсалиев. О, вот так вот. А вот так вот. Неужели этот тайм-аут пошел на пользу игрокам команды Джубул? И забивает Бурдак. Больше чем на замену. И счет становится 1-0. Контролирует мяч Вишневый. Ой-ой-ой, а там Береговенко бы пробить бы, конечно, было бы идеально, но это только в моих мечтах. Заброс. Ух ты! Но не получилось у Сотниченко в этой ситуации нормально пробить по воротам. И Джубл начинает строить так своей команды. Но вот странное у меня чувство, на самом деле. Вишня атаковала и не использовала ни одного своего момента. А вот Джубл буквально первый раз пошел натиском вперед и кое-как мяч в ворота запхнул, я бы так сказал, не в обиду. Странное это чувство, на самом деле. Не могу сказать, что Джубл не наработали на этот мяч. Вишня, мне кажется, больше приложила усилий для того, чтобы забить. Ну, посмотрим. Еще у нас целых 27 минут впереди. Второй целый тайм.
Но пока очень вязкая игра, закрытая. Никто не хочет слишком бежать вперед, открывать свои тылы. Ну, оно и понятно, смысл бегать, потому что людей-то нет по земле. Карпук остался с мячом. Павлищин. Павлищин. На Карпука снова. Карпук с мячом. По левому флангу начинает так своя команда. Карпук. Удар. Ну, Владислав, удар-то хороший, но жалко, что он не точен. Аваш. Курдак. Непонятно. Зачем это, что это было, мне лично непонятно. Но окей. Карпук. Ковалиш. Галушин. Галушенко вбивается Жубл. Снова Галушенко получает мяч. Галушенко. Ух ты! Красиво семерка команды Вишни пытался нам сделать. И Нуцу даже не ждал, на самом деле, удара, но Остапенко, мне кажется, был на месте и готов был принять этот удар. Свой створ. Аккуратно нужно будет Бурдаку. Мирзалиев, как всегда, на острие. Бурдак. Еще один гол. И второй гол с передачи Мирзалиева Ильдара. И... тайм-аут берет Вишня. Ну, Сергей, что-то нужно сказать своим подопечным, потому что что-то не то. Определенно что-то не то. Начинается. После небольшого тайм-аута у нас, точнее, не начинается, а продолжается первый тайм. Карпук на левом фланге. Ну что ж, Дерри дал рисунок своим ребятам, что как нужно делать. Я думаю, ребята умные, сообразят. Наиграли. Вишня наиграла на гол, я так считаю, в своей независимой позиции. Посмотрим, как это сейчас будет. Здесь удар, проверка от Карпука. На Ковалишина отдавал, но что-то как-то не задалось у восьмерки команды Вишня. Раваш. Алексей. Ошибается. Так можно и привести. Вот на подхвате Сотниченко. Карпук. Снова Сотниченко. Не дал ему тот же самый Рабаш пробить. Ай-яй-яй-яй. Выпускает мяч. Сотниченко за пределы этого поля. Береговенко. Подпасовывает на Карпука. Карпук касание на Сотниченко. Удар. Ух ты. А чуть-чуть. Дальше бы стоял игрок, залетело бы как автогол. Но все обошлось до Жубла. И атака команды сине-белой формы. Нуцу отдавал хорошую передачу на Тимончука, но тот просто не успел. Сотниченко отдавал на Ковалича. На Ковалича касание прокидывал. На Карпука ничего это не принесло. А вот здесь ошибается сейчас игрок команды Джубл.
Coalition, мягко говоря, не использует этот шанс. Диманчук на Раваша. Раваш. Так. Вот сопротивлялся Тиченко. Нуцу, он не передач не проходит. Еще одна ошибка от стороны команды Вишня. Нуцу. Удар Тиманчука. Безрезультативно. Нуцу. Угловой, ух ты, заработал четвертый номер команды, личное угловой для своей команды. Посмотрим. Коалишн. Макс! Это сейф. Сейф это Остапин. Снова удар, на этот раз уже Цветниченко ничем хорошим не завершил. Саймир Салеев отдает, вот так между ног. Ковалишину, а Тиманчук тоже пробивал и зарабатывает угловой для своей команды. Ошибка со стороны Жубла, выход 2 в 1. Ковалишин, Гарпук! А вот так вот. На один. На один голос, а все-таки Вишня вырывается. Даже кипер прибежал поддержать. За минуту 20 до конца первого тайма Вишня сокращает отставание. Промахивается по мячу Григовенко, и тут Жубл уже идет в атаку. Нуцу, Сердюк, ух ты! Красивый сейф от Сердюка, попадет на штоп. Ковалишин, Ковалишин, удар! Облизал. Снова номера, и мяч перешел на угловой. Удар от Карпука снова. Еще один угловой. Ух ты! Вот так вот! Вот так вот мимо ног просто пропускает. Руслан Остапенко, а Галушенко делает счет 2-2. И сразу на перерыв. Thank you.
поехали. Второй тайм. Противостояние Джубл и Вишня. Пока у нас 2-2. Статус-кво остановил Галушенко буквально на последней секунде первого тайма. И Вишня должна воспрять духом, мне кажется, после такого вот камбэка, скажем так. Нет, не проходит эта передача на Мирсалиева. Здесь Береговенко удар. Парирует этот мяч Остапенко. Снова Береговенко. Калишин. Карпук. Галушенко. Туда дальше. Сотниченко. Калишин. Калишин. Ой-ой-ой. Калишин. Отложенный фол для команды Джубл. Ну да, стелился в подкате Тиманчук. Это не совсем корректно. Не, это мяч в никуда. Мяч остается для Джубла. Так. Салиев мяч сохраняет. Молодец, Эльдар. Вот это же наш Златан Уцу. Мирсалиев. Уцу. Не подхватывает этот мяч. Ну, Уцу, здесь и Мирсалиев. Выпускает мяч за пределы поля. Береговенко на Галушенко. Тут, в свою очередь, на Ковалишина. Ковалишин бьет. Он проспал, мне кажется, это туда Остапенко, можно было его забирать в руки, но ладно. Хорошо, Тиманчук пытался отдать на Бурдака, там Галушенко борется вместе с ним. Ой-ой-ой. Что-то травма. Ну что, все в порядке с Галушенко, слава богу. Тут же сразу получает передачу от Середюка. Вперед. Ой-ой-ой. Хорошая комбинация была в касании от Ковалишина, но Сотниченко, мне кажется, просто не ожидал этого. Эмир Салиев. Галушенко. Салиев перехватывает передачу. Тиманчук, Игорь. Мирсалиев. Касание. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот так вот. Вот так вот отдает Бурдак голевую передачу на Нуцу. И счет становится 3-2. Сравнивает. Хорошая комбинация. Ну что, это шанс. Шанс для Нуцу, шанс для Джубла. Нуцу, ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой! А мне показалось, здесь нужно было Мирсалиеву бить. Усыпили они так чувства. Вишни на чуть-чуть и решили разыграть такую комбинацию, заготовку свою домашнюю. Карпук. Сотниченко. Центр дает обратно. Береговенко.
Тиченко. Ой-ой-ой. Аккуратнее надо. Лушенко разворачивается. Нет, Муцу. Григоренко. Пытался пройти по правому флангу, но там Нуцу. Не Нуцу, точнее, а Бурдак доиграл до конца. И выбил мяч на аут. Пробивался Тиченко, не получилось. Долушенко мерзаливо мяч забрал. Григоренко в касание на Галушенко. Ничего не получилось. Ай-яй-яй. Джубл пожарит, пожарит, пожарит. Очень пожарит. Галушенко. Левая нога. Это левая нога была бы правая. Я думаю, все было бы немного по-другому. Остапенко уже второй раз. Или третий, нет, второй раз он уже принимает вот так вот грудью мяч. Да, неприятно, да, больно. Но ты сам знал, на что идешь, Руслан. Галушенко. Это мини-черпачок. Григоренко. А это уже нормальный черпачок, смотри, как надо. Сердюк, Карпук. Галушенко. Проходит передача от Галушенко. Галушенко на подхвате. Гемачук против него. Отпускает руки Джубл. Дают, чтобы пошли под воротом. Потом уже на взрыве. Давайте делать свои вещи. Но я полностью понимаю одну и вторую команду. Еще играть 13 минут, а замен попросту не осталось. Их не было. Не то, что их не осталось, их не было. Своей половине поле контролирует Вишня. Карпук. Синдрик Муцу. Галенко. Четвертого номера не получился. И рикошет на Мерсалиев. Мерсалиев на Нуцу. Нуцу. Середюк. Молодец. Хороший сейф. Григоренко. Сразу же. Либо выход. Нуцу остается один сзади. Григоренко пройти. Тимончука не смог. Нет, Рабаш. Рабаш был, прошу прощения, седьмой номер. Тимончук как раз сейчас с мячом. Нуцу. Мерсалиев, снова Нуцу. Мяч ушел туда, за пределы поля. Галушин. Григоренко. Карпук. Получает Мерсалиев сейчас в прямом смысле полбу мячом. Даже не пошатнулся Эльдар. Стойкости, может, кто-то позавидует. Главное, чтобы все было хорошо. Удар от Григоренко. Нет, дальше Тиманчука этот мяч не проходит. Еще удар от Ковалищина. Не дал ему дойти до точки, с которой бы Нуцу мог комфортно расстреливать Середюка. Мерсалиев. Ошибается и Мерсалиев. Атака команды Вишня. Вишня. Ой-ой-ой-ой. Уже второй раз или третий за сегодняшнюю игру спасает нас Киркас ворот. Не нас, а точнее Остапенко.
пистолет. Пошел. Лученко. Муцу. А вот Муцу обойти Ковалишина не сумел. Ну что ж. А у нас осталось-то 10 минут по концу тайма. Экватор. И пока у нас на табло 3-3. Все проходит в очень спокойном темпе, очень медленном, размеренном. Вроде бы есть какие-то взрывы, перекаты. Пока непонятно. Ах, карпук хотел, я так понимаю, сделать вокруг. Свояси проход, но ничего не вышло. Мерцалев в середину делает сейф. Ваш Мирсалиев и ошибается. Мирсалиев приходится отходить назад вместе со всей командой. Тимончик. Нуцу. Ошибается Нуцу. Отбирает у него мяч Ковалишин. Ковалишин нужно остановиться, мне кажется. Перевод на левый фланг. На Галушенко. Галушенко. Ой-ой-ой, удар от ТПК, это рикошет и угловой для команды Вишня. Удар от Ковалишина и сейф от Остапенко. Быстренько разобрались игроки команды Вишни с этой сеткой. Уже научены, знают, умеют, практикуют, могут. Могут. Алушенко. Назад. Ковалишин на Карпука. Тут, в свою очередь, отдает обратно. Они включались. Снова Карпук. Галушенко. Удар Галушенко. Удар Берговенко. Нет. Блокируется с Джублом. Сейф от Остапенко. Ой, удар от Берговенко. Нет. Мяч Вишня. Карпук. Пытается они прощупать, как же к Джублу подобраться, как же забить какой-то мяч в ворот. Потому что Вишня ни разу не выходила еще вперед в этом матче, только сравнивала и догоняла. Но как-то у них сравнивать и догонять немножко лучше получается, чем выйти вперед. У Джубла с этим проблем нет, надо побежать, натиском сделать. И тайм-аут со стороны Джубла. Возобновляется у нас матч после небольшого тайм-аута со стороны Джубл. Ну что, будем наблюдать, как в первом тайме. Сейчас обсудили кое-что. Люцу подсказал, как нужно сделать. Будут забивать. Фалят. Кстати, на Урдаке. Ну и Люцу берется пробивать. Это красной. Люцу. Это был навес на Мирсалиева, но он был не точен. Карпук начинает так своей команды. Карпук включается в центр на Берговенко. Красиво, если бы прошло.
Раваш Намерсалиева ошибается. Коалишн. Карпук выпускает мяч за пределы своего поля. Ну, очень спокойная игра. Просто очень спокойная. Забивал Бурдак. Слишком высоко, слишком неточно. Удар Береговенко. Ух ты! Какой сейф это старт. Мерсалиева, то ли удар, то ли нет. Мерсалиева, прошу прощения, от Ковалишина. То ли удар, то ли прострел. Непонятно мне на самом деле. Береговенко на Карпука. Карпук. Мерсалиев с мячом. На замахе убрал троих. Мерсалиев. Лево. Ой-ой-ой. Чуть-чуть опять-таки от своего не залетело. Береговенко ошибается. Выпускать мяч за пределы поля. Поспособствовал ему этому Раваш. Карпук. Галушенко. Сапченко. Снова Галушенко. Это мимо. Еще раз Галушенко. Семерка в семерку, простите. И тайм-аут. Вишня. Возвращается команда на поле. Что это, если я правильно помню, угловой, да, должен быть для команды. Вишня. Интересно, что они обсудили сейчас у себя в стане. Мне интересно, что обсудил Джубу, потому что Джубу, как мне кажется, показалось более общительным в этом мини-перерыве. Береговенко. Капут. Ой-ой, красиво, ну! Нет, и еще раз нет. Не получается, Вишня хорошо комбинирует, хорошо, все красиво, вкусно, но завершения точности не хватает. И именно поэтому пока у нас счет ничейный. Вот так вот проходит Бурдак. Центр, Тиманчук, Бурдак, есть гол со стороны игроков команды Джубл, и снова это Бурдак.
Бурдак, между прочим, оформляется у них хет-трик. Григоренко. Назад на Карпука. Карпук. Ниченко. Дарит Карпука. Это угловой. Угловой для команды Вишня. Что, 2 минуты до конца у нас. Выходит свеженький Ковалишин. Ковалишин гонёт. Ковалишин. Начал ходить ваут. Ковалишин на Карпука. Карпук. Налево. Карпук. Карпук. Удар. Сейф от Остапенко. Угловой для Вишни. Не могут реализовать его. Но нужно только понапрячься. Отличная задумка. Галущенко хорошо чувствовал этот момент. Остапенко, в принципе, все видел. Но я думаю, если бы полетел в створ, то и полетел бы в Остапенко. В любом случае, потому что уже Руслан стелился там в рамки ворот. Утягивался в струночку, чтобы ни одна холера не пробралась ворота команды Джубел. Ну что, атака. Карпук. Вишня. Карпук заигрался, мне кажется. Карпук. Ковалишин. Григоренко, Ковалишин. Ой-ой-ой, ну что ж такое, ну. Что ж такое, не получается, что у Мираковичи сегодня ничего. Тем временем 40 секунд у нас. 40 секунд до конца матча. 4-3. Выигрывают игроки команды Жубала. Здесь идеальный перехват от Сердюка. Галущенко в центре. Будет пытаться обойти Мирсалиева. Намертво забирает Остапенко этот мяч. Мирсалиев. Ильдар. Снатка. Снатка для Сердюка. Чуть-чуть осталось, 15 секунд, Середюк далеко-далеко вперед. Убивает Тимончук этот мяч. 10 секунд. Все, горит Вишня, очень горит. Хочет выиграть. И... Да, вот так вот я засмотрелся на то, что Ковалишин пробивал поворотом и попал в Остапенко. Непонятно, зачем это было сделано, но Вишня проигрывает со счетом 3-4, а мы поздравляем Джубл с победой.